Петр Алексеевич, если вы воин, если вы мужчина, если вы в обком, заберите это знамя, я дам его. Те люди, которые умерли за вас в аэропорту, имеют право хотя бы забрать и помнить то, что вы их туда послали на смерть. А всем остальным хочу сказать, если вы хотите умереть у нас, приходите. Если вы хотите с нами дружить, давайте дружить. Судьба этих пацанов печальна. Практически все из них погибли. Защищая непонятно какие интересы. И то правительство, которое пришло незаконным путем, вооруженным, захвату власти. Пускай вы там знамя передадите тем матерям, чьи сыновья погибли сегодня, вчера, позавчера в аэропорту.